часа дня. А Роботалавика, Роботасани вас здесь встречают в студии. Мы, кстати, вас ждали на роботы самом деле. Роботы на работе. Роботы на работе – это про нас, друзья. Стартап-шоу з Нескафе три в одному – це просто енциклопедія для тих, хто хоче досягти успіху. Приготуйся до нової порції натхнення, секретів та порад від наших гостей. До речі, гості вже у студії. Зараз будемо знайомитися, але при цим нагадаємо, що буде у нас надзвуковий автомобіль. Чого більше в робототехніці? Айтішничество все ж или механіки? І як нам вчитися створювати роботів, про це будемо спілкуватися негайно. Мирослав Биков – засновник, та Сергій Скок – викладач IT Education Academy. Це освітній проект, який поєднує 20 айтішних напрямків. Одним із найважливіших є робототехніка, на якому студенти власноруч створюють квадрокоптери, 3D-принтери, машинки на деокеруванні, а також займаються розробкою технологій для розумного дому. Привет, ребят! Привет, итак, блин. Мы ожидали, что вы сейчас к нам пожалуете с большим терминатором или с роботом, который будет нас сейчас кофе тут поить. Но оказывается, у вас есть шнуры. Они, конечно, тоже красивые, но это неожиданно. Что это такое? Это интернет вещей, концепция, которая уже давно распространена в мире. Да? Заключается она в том, что устройство, будь то там, какая-то механическая машина, будь то датчик, связывается с интернетом и передает данные на сервер. После эти данные можно визуализировать прямо вам в браузер, и прямо из вашего браузера можно управлять механическими различными девайсами. Как пример, вот проект, который сейчас у нас в работе, это управление ролетами бизнес-центра. Да? То есть есть промышленные решения, они очень дорогие, но они, как правило, почему-то не интегрированы с интернетом. Да? Поэтому... То есть лайка может смело, например, из своего смартфона вмикнуть светло в своей спальне, совершенно а можно запустить гостя в будинок, просто там заходишь. Да, и просто сделать из этого красивый креативный браслет! Те девчата, да. Такие девчата! Это датчик влажности и температуры. У нас недавно был заказ для температуры, теплиц, в котором с помощью этих датчиков значительно увеличили эффективность производства агропродукции. Прикольно. Потому что в Украине прямо... вы перчи, можно сказать, еще как раз запроваджуете такие системы, так. А на за кордоном уже давно происходит. Да, за рубежом интернет-вещей уже давно существует. Однако, скажу небольшой каламбур, да, принято считать, что китайцы берут технологии, например, с Европы, со Штатов, разбирают, копируют. А мы сделали что? Мы взяли китайцы рішення, розібрали, скопірували, зробили дешевле. А ви навчаєте цьому в Україні? Так, да, совершенно вірно. А в якому возрасті у вас люди вже починають створювати термінаторів? До того, как начать сотрудничать тесно с IT Academy, мы проводили бесплатные курсы по субботам для любого возраста, там от 7 лет дети даже приходили, через полтора часа ребенок уже мог шевелить сервоприводом или же сделать там свою радиоуправляемую машинку, которая будет мигать диодами, либо там шевелить какой-то там лапой, да. То, что мы сейчас сделали с интернетом вещей, это, по сути, ядро, которое позволяет из любой точки планеты, где есть интернет, управлять механическими устройствами. Дальше вопрос стоит за алгоритмизацией. Вот чем мы отличаемся от различных компаний, которые пытаются делать робототехнические решения? Тем, что у нас логика устройства находится в дата-центре. То есть, в таком вот хранилище большом, как у Гугла, да, на серверах. А механика уже является исполняющей. Из всего, что ты сказал, я поняла только Гугл. Подожди, скажи, как реально происходит процесс вот создания робота? Сначала вы определяете, зачем он нужен, какие задачи он будет решать. Так. Дальше, есть три разветвления. Первое, нужен специалист, конструктор, который создаст чертежи. Второе, нужен программист, который оживит эту механику. И третье, нужен человек из предметной области. Если, вот, пример, это агроробот, мы сейчас эту тему активно прорабатываем с учеными из КПИ, то должен быть человек, который специалист по тем культурам, для которых этот робот разрабатывает. Ваші випускники, ваші спортсмени, робототехніки, якраз чим вони можуть здивувати вже? Ну, сейчас наши выпускники у нас по факту и работают. Один из парней уехал в Польшу и начал там делать умные дома, которые хотели... Тобто роблять разумные будинки. Да, ну, то есть у этой машинки промо-боты, это радиоуправляемые устройства, это квадроптеры самосборные. Опять же, квадроптеры, это очень, это проще, чем сделать решение для умного дома. Потому что квадроптеры сейчас покупаются в виде кита, или же можно скачать чертежи, прийти к нам в лабу, и у нас прямо нам на фрезере загрузить вот с флешки этот чертеж и
умный станок, он его сразу же вам нарежет. Есть ли проекты, которыми уже инвесторы заинтересовались? Мы не искали инвесторов, мы не стартап, мы просто действующий бизнес, который там, полгода назад, даже чуть больше, чем полгода назад, у нас был первый заказ на автоматизацию теплиц, потом пошли мелкие заказы на автоматику для офиса, там датчики открытия-закрытия дверей. Сразу уже почали відбувати. Да, то есть мы не просили инвестиций, да? Ну, то есть, по сути, мы сейчас себя позиционируем как коммерческая лаборатория, в которую можно приходить и озвучивать свои сумасшедшие идеи. Ну что ж, в таком случае будем ждать вас через час. Вже за годину ми дізнаємося про надзвичайно важливе питання. На яких курсах більше дівчат? Я буду у вас випрашувати совети для тих, хто все ж мечтает создать своего домашнего термінаторчика з голубими глазами і білими волосами. Поэтому, девочки, ви теж підключайтесь, будьте з нами через час.